Ахов, сержант, смотри сюда. Что это за красная хрень на броне? А черт его знает. Доложу дежурному. Гнездо! Докладывает порт. Младший сержант Астахов. Гнездо на связи. Что у вас там? У нас тут какая-то ерунда творится. Наблюдаю на броне ярко-красную точку. Похоже на луч лазера, как в киношках про Звездные войны. Какие к чертям киношки? Срочно гасите все костры и ищите корректировщика. Точка дрожит? Не понял. Ну да, елозит по броне, дрожит. Это переносной лазерный целеуказатель для высокоточного бомбометания. Ищите поблизости диверсанта с прибором. Осмотрите все пригорки поблизости. Живее, блин! Валите его нахрен! Не забудьте про костры. Скоро над вами будут бомбардировщики. Вас понял. Найти костры и погасить диверсанта с прибором. Тьфу, мля. Наоборот, то есть. Действуй! К вам на помощь сейчас вышлю кого-нибудь.